звать как? Старший сержант Калашников. Напишите, что я гонен. Я вас очень прошу, я командир танка, мне эта рука там нахрен не нужна. Сожми кулак. А теперь вытяни руку. Тяни. Тяни. Еще. Еще. Так, опускай. Товарищ капитан. Уходи, сержант. Война еще не окончена. Армии нужен пулемет. Это правда, что ты нигде не учился? Ну какой из тебя изобретатель? Либо нам придется закрыть все другие проекты, работать только на тебя. А этот мы позволить себе не можем. Слыхали, что ты автомат вроде делает? Да, но Павел Андреевич сказал, что... Андреевич за рабочее время тебе сказал. А после работы мы можем? Это просил помочь вам с чертежами? Я вас сегодня провожу. Товарищ генерал, у него талант. Да слышали? По итогу что? По итогу деревенский парень без образования на равных конкурирует с лучшими конструкторами страны. Ежели мы столько труда в него вложили, неужто теперь все коту под хвост? Thank you.